Этот день настал. Самый народный проект Беларуси в Бобруйске. Участников марафона «Единство со всем радушием» встречает генеральный директор Белшины. В музее с жизнью именитого предприятия знакомятся блогеры. Звездные гости засыпают и вопросами, и массой эмоций. Руководство не скупится на занимательные факты и, конечно, памятные подарки. Мне нравится здесь. Уже начало, но просто очень круто. Вот самая большая шина. Я хочу посмотреть, какого она размера и какая там в длину. По кольцу впечатлений на производстве шин контента для блогеров хоть отбавляй. Готовые к любым поворотам участники марафона «Единство» ретиво исследуют все этапы производства. От участка, где собираются легковые шины с посадочным диаметром 15 и 20 дюймов, до выставки, исполняющей маленькие и большие мечты. Я только что увидела большую шину. Это очень классно. Она размера больше мамы, больше меня, больше все просто. Представьте, какая машина должна быть огромная, чтобы на такой шине ехать. Это, конечно, впечатляет. Понимаете, это настолько поставлено тут вот это все производство, что мы просто, как обычные люди, пришли, открыли рот и восхищаемся. Дай бог процветанию этому производству. Вырываемся на первые лидирующие места. Я думаю, у нас все получится у белорусов. Только вперед. Сладкий марафон продолжает насыщенную программу блогеров экскурс по красному пищевику. На конвейере воздушное лакомство так и тянется на дегустацию. Это мечта каждого ребенка здесь побывать. И вот сегодня как раз моя детская мечта исполнилась. У меня сегодня ощущение, как будто я попала в фильм «Чарли и шоколадная фабрика». Очень похоже. И, знаете, в преддверии совсем скоро Новый год, поэтому эта вся атмосфера сладостей прекрасно просто завораживает. Залипательный процесс. По вкусу каждому приходится искусство. Создание зефира ручной работы. Звездным гостям раскрывают вкусные секреты. Уже в декабре с новой линии на прилавке будет отправляться импортозамещающая сладость. Я вообще об этом не знала. Вижу это первый раз. Только что зашла и говорю: господи, это что, делается все вручную? Каждая зефирка. Я думаю, это безумно круто, безумно классно. Вот, и попробовали сейчас зефирку. Сказали, что ее нигде нельзя такую попробовать. Там еще, знаете, шоколад такой плавленый, не застывший, и это очень-очень вкусно. Сердечный прием. С хлебом, солью Бобруйска Громаш радушно встречает гостей марафона из Минской области. Творческие коллективы не только наслаждаются искренним гостеприимством, но и воочию лицезреют, как создается знаменитая сельскохозяйственная техника, известная не только в республике, но и за ее пределами. Вот сейчас мы здесь находимся. Насколько видно, нашим детям интересно, все организовано. И очень классно, что в такой короткий промежуток времени можно ознакомиться с очень большой информацией. Есть такая огромная техника, которая постоянно на слуху, и мы ее постоянно видим. Но как это производится и где это вообще в Беларуси, эти масштабы производства, так никогда не задаешься вопросом, и в обычной жизни никогда не сталкиваешься с этим. А вот в рамках марафона, в рамках вот этих вот поездок между областями, обменом каким-то знакомство, и получается, мы приехали и видим этот масштаб, где это производится. Это очень, конечно, интересно. В центре праздника и Бобруйский завод крупнопанельного домостроения. Незабываемую атмосферу создает концертная программа «Разом працуем, разом спеваем». Перед таким наплывом харизмы белорусских исполнителей не в силах устоять даже работники завода. Сегодня танцуют все. Артисты прекрасные, артисты шикарно выглядят. Мы, конечно, очень рады, что они посетили наше предприятие. За 36 лет ни разу такие звезды не приезжали. Такой концерт никогда не устраивали. Это позитив. Мне нравится. Энергию дает. Вот аж прям хочется встать за этот станок и работать. Где это вот мое рабочее место. Для наших рабочих, своеобразный праздник. Все-таки люди постоянно в работе, поэтому для людей, конечно, это праздник. Креативный подход. Сразу в трех учебных заведениях города с размахом проходят нескучные не лекции. В аграрно-экономическом колледже с первых минут главный спикер завоевывает внимание учащихся. Философскую и актуальную тему выбора поднимает заместитель министра образования Екатерина Петруцкая. Тон диалога подхватывает и председатель Бобруйского горосполкома Игорь Кисель, кстати, выпускник аграрно-экономического. Потом Боярко был, это строительная конструкция преподавал. А Тереха был, это экономику преподавал. Дворецкая Галина Марковна была, помню всех преподавателей. Неформальное общение с элементами игрового интерактива, розыгрыш билетов на концерт «Время выбрало нас». Занимательные факты и, конечно, чувство единения. Все это не скучная не лекция. Громкий аккорд, музыкальный сюрприз от молодого дуэта «Белорусский хит» исполняют хором. А ты,
пустыми руками никто не уходит. Память о по-настоящему нескучной не лекции будет хранить символичный сувенир. Мероприятие было довольно интересное. Узнали много полезной информации. Узнали, что выбор всегда нужно делать осознанно. Всегда предвидеть последствия своего выбора. Это все очень занимательно. И мы хотели бы, чтобы такие мероприятия на учреждении нашего образования проводились намного чаще. По-настоящему вся лекция, все моменты были настолько интересными и увлекательными. Помнить прошлое, ценить настоящее. Яркой точкой на карте марафона становится масштабная выставка «Белта. Беларусь. Взлет». В 40 снимках наглядно продемонстрирована разница между 1994 и нынешними годами. Помимо фото, на стендах газетные вырезки с говорящими заголовками. Благодаря им четко прослеживается путь государства длиной в 30 лет от первых робких шагов суверенной республики до сегодняшнего дня. Мы хотим, чтобы мы вспомнили, как это было. Чтобы мы поняли, какой путь прошла страна за 30 лет. И эта выставка очень логична на марафоне единства. Потому что когда государство двигается, мы должны быть все вместе, мы должны быть едины для того, чтобы происходили правильные, нормальные процессы. Не войны, не катастрофы, а жизнь, работа и созидание. Действительно помним, как было и как стало. И очень, конечно, заметно, я вот смотрю, да, действительно, вот и детские сады, и школы, и поликлиники, и, ну, тут, конечно, информации очень много, все очень интересно, да, Беларусь наша, действительно, мы очень гордимся ею. Как ты смотришь на это все, и просто душа радуется, хочется сохранить, приумножить наше богатство нашей страны. Вспоминаешь детство, да, было не очень легко, не очень красиво, даже по некоторым фото мы видим. На самом деле у нас очень красивая страна, очень замечательные вещи. Где-то будоражит внутри такое вот восприятие, что не хочется повторить, не хочется, чтобы с каждым годом было все лучше, лучше и лучше. На струнах души настоящим хитом становится выступление президентского оркестра перед учащимися педагогами детской школы искусств имени Оловникова. Именитые музыканты проводят мастер-класс, исполняют знаменитые произведения, раскрывают секреты своей работы и дают напутствие будущим звездочкам. Один из принципов обучения – это наглядность. Это живой пример, да, когда такой человек, как я, говорят, неплохо играет, да? Приехал, немножечко поиграет для детей, но в то же время еще и пообщается с ними, расскажет какой-то свой творческий, жизненный путь. Соответственно, привлечет внимание, потому что артист иногда бывает на сцене как за ширмой, энергетической ширмой. Но если ты общаешься с молодым поколением, то это уже совершенно по-другому воспринимается детьми. Второй день масштабной акции начинается с подарков. Новый арт-объект теперь украшает фасад новостройки на улице Народного единства 18. Символичная композиция – отражение вечных семейных ценностей и любви к родине. На женской, мужской и детской ладони – контур страны с надписью «Будущее Беларуси в твоих руках». Наш президент, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, он видит и уверен в нашей молодежи, в нашем подрастающем поколении, в тех ребятах, которые сегодня понимают ответственность за страну. Уверен, что вы будете надежно нести контур нашей страны, и вы знаете, что будущее Беларуси в наших руках. Торжественное открытие арт-объекта проходит в лучших традициях, масштабно, весело и, конечно, с песней. Это очень хороший праздник, который воспитывает в наших детях патриотизм, любовь к своей стране. И глядя на наш прекрасный объект, который у нас сегодня открыли, дети будут каждый раз вспоминать то, ради чего мы живем. Изображение достаточно красивое, привлекает жителей города Бобруйска. Я рада, что в нашем городе появился такой яркий, красочный арт-объект, как-то и наши потомки будут видеть его и помнить об этом. Под созвездием марафона единства в фойе театра драмы и комедии долгожданная знаковая встреча с участием заслуженного артиста Беларуси Руслана Алихно, 21-кратного паралимпийского чемпиона Игоря Бокова, генерального директора Национальной библиотеки Вадима Гигина, главного редактора Альфа-радио Вадима Шепета. Диалог пропитан приятными воспоминаниями, откровениями и занимательными фактами из жизни звездных гостей. На площадке полная импровизация. Сохраняется высокий общественный интерес, патриотический подъем. Ведь все вопросы были пронизаны именно чувством патриотизма. Как сделать лучше для нашей страны? И ответы такие. И когда мы вот в таком единении общаемся, то и времени мало просто. Мы уже на третий час, наверное, вышли сегодня. Очень приятная встреча такая, теплая, домашняя. И приятно видеть, что люди, молодежь интересуются, задают правильные вопросы. Это очень здорово, таких мероприятий должно быть гораздо больше. И мне было очень приятно отвечать на все вопросы, дать какой-то
какой-то стимул и полезную информацию, помочь, может, хоть в той или иной мере молодежи сделать правильный выбор. В семейной атмосфере бобруйчане не скупятся на вопросы. Знаменитые земляки в ответ предельно честны и откровенны. От главной темы «Легко ли быть известным» до самых неожиданных поворотов. Творческие струны души затрагивает акапельное исполнение всеми любимой песни «Необыкновенные слова» из глубины души звучат в унисон. Мы вместе с вами и необыкновенная отцы поем, ласковая, нежная. Без автографов и фотосессий дорогих гостей не отпускают. Каждый уносит со знаковой встречи буйство незабываемых эмоций. Игорь Боке, конечно, это достижение спортивное, это вообще было вау, супер человек. Руслана Лихно немножко раскрылся для меня с другой стороны. Как-то, ну, привыкаешь в виде человека, ну, просто как артист, который поет, выступает, да, а насколько глубокий человек оказался. Знаковая встреча, которая принесла действительно очень много нового для меня. Такие встречи, они очень важны, это не только возможность обрести новые знакомства, но и узнать для себя что-то полезное, что-то интересное. Особенно, когда у нас такие спикеры. Все очень прошло душевно, тепло, ну, как дома. Сама встреча оказалась знаковой для меня, очень важная. Вот. Единство нашей его страны, вот. То, что мы все вместе, то, что мы едины. Это настолько знаково, настолько важно. Я просто восхищен организацией этой встречи. Было все прекрасно. Доблесть и отвага. Марафон «Единство» полон не только весельем, но и глубоким историческим разнообразием. Яркий пример – масштабная выставка «Подвиги и судьбы партизан в документах». На стендах фотографии героев, их наградные листы, документальная хроника. Эта выставка получилась благодаря тому, что наши граждане, наши белорусы, да и не только из Беларуси, с нами связывались и присылали фотографии своих дедов, прадедов, которые воевали в партизанских отрядах. Очень много бобруйчан нашли данные о своих близких и родных. И когда эмоционально трогает тебя лично, вот ты тогда сопереживаешь и чувствуешь свое участие в общем деле. Это именно то единство, о котором мы говорим. Экспозиция словно говорит со зрителем. Народ должен сохранить память о тех, кто пожертвовал собой ради мирного неба над головой. Прекрасная выставка, замечательно все представлено. Подвиг нашего белорусского народа неоценимый. Все, что сейчас происходит, нас сплощает. Мы едины. Мы за Беларусь. Очень впечатлило, потому что это наша история. Не всего мы знали и не всего мы знаем, а сейчас вот можно залезть онлайн, почитать, узнать побольше, узнать историю не только Беларуси, но и нашего родного города. То, что выставка «Партизаны Беларуси» здесь у нас, мы это очень ценим. Это очень важно не только для нашего поколения, но и для молодых, для тех, которые и школьников, и даже тех, кто учится в детском саду. Мы должны помнить тех людей, которые ценой своей жизни завоевали тот мир, который мы сегодня имеем. Знание не только сила, но и приключения. Продемонстрировать свой интеллект в увлекательном квесте «Это все мое родное» собирается рекордное количество команд, более 75. 10 тематических станций, интересные факты, каверзные вопросы о стране и городе. Азартные участники, играя, проходят все препятствия. Здесь есть вопросы на знание истории Беларуси, культуры Беларуси, знание белорусского языка и литературы, национальной кухни. Несмотря на то, что целевой аудиторией БАРСЭМ является молодежь от 14 до 31 года, квест абсолютно для всех, независимо от возраста, независимо от социальной группы либо места работы, любой желающий, будь тебе 10 лет или 6, будь тебе 80+. Самое интересное, наверное, были танцы. Нам всем понравилось, мы все потанцевали, размялись, стало потеплее. Вот. Было очень интересно, квест понравился. Было достаточно сложно, потому что, опять же, вот это вот неведение, мы не знали, что нам попадется. И, конечно, вот эта вот лотерея, когда вытягивали карточки, это, ну, достаточно волнительный момент. Для души у сотрудников «Фандока» настоящий праздник. На предприятие с сюрпризом заглядывают музыканты президентского оркестра. Словно по волшебству, производственный цех превращается в импровизированную сцену. Хорошее настроение дарит не только виртуозное исполнение, но и популярные белорусские артисты. Равнодушным не остается никто. Завораживающие мелодии так и манят на танцпол. Немножко, наверное, волнительно, но это какой-то поднял у нас такой энтузиазм, поскольку
За 95 лет стены Фандока видели многое, но вот что у нас будет в цеху, где производят мебель, выступать президентский оркестр, наверное, в голову никому это не приходило. Поэтому это очень так воодушевило, я бы сказал. Это очень хорошо, особенно для наших людей, которые работают непосредственно на производстве. Вот такая вот какая-то атмосфера чуть-чуть, ну, они отвлеклись, какие-то положительные у них тоже эмоции сложились, они даже плясали, пели. Ну, все прекрасно. Я считаю, что это абсолютно шикарная форма, которая позволяет нам быть еще ближе. Все-таки марафон единства, он объединяет, и это объединение происходит именно здесь, в этих стенах. Поэтому вот все, кто сегодня были, они ушли со своими эмоциями, со своими впечатлениями. Я думаю, что каждый, кто сегодня побывал на концерте президентского оркестра, получил заряд вот этой энергетики и ощущение нашего единства в нашей стране. Громкий аккорд. Грандиозным финалом марафона единства становится поражающий масштабом гала-концерт «Время выбрало нас». На многотысячной Бобруйской арене аншлаг «Триумф белорусского творчества» открывает проникновенный хит. Хочу всех поблагодарить, всех организаторов, наших любимых, наших замечательных зрителей, которые всегда приходят на концерты. И хочу поблагодарить всю нашу большую, ну не очень большую, но очень классную и добрую страну, вот за то, что она есть, за то, что я здесь живу. С приветственным словом ко всем обращается глава администрации президента Дмитрий Крутой. Позвольте от имени лидера нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко передать вам самые наилучшие пожелания, пожелать вам добрых впечатлений, хорошего настроение сегодня, получить удовольствие от вашего концерта. Поверьте, я чувствую, что наш президент относится по-особому. Плеяда звезд. С телеэкранов на главную арену Бобруйска выходят и признанные мэтры эстрады, и молодые исполнители. Уникальный формат концерта объединяет жанры и пронизывает струны души восхищением белорусскими артистами. Мы расширяемся, стараемся сделать нашу программу все более и более разнообразной. И, собственно, от города к городу мы не просто, как вы видите, не просто меняем мероприятия, меняем выставки, да, меняем какие-то форматы, но и добавляем новые. В Бобруйске, конечно, у нас было мероприятие как нигде, вы все это ощутили на себе. Это музыкальный праздник, который объединяет всех белорусов. Могилевская земля для меня – это, конечно же, источник вдохновения. Я здесь родилась, проходила свое становление, я получила путевку в жизнь. И в своих песнях как раз-таки я воспеваю красоту белорусской, красивой, уникальной нашей земли. Честь разделить звездный час фееричного концерта выпадает и бобруйским коллективам. Своим творчеством земляками делятся Руслан Олехной и Виталий Гордей. Уроженцы Бобруйска срывают куш громких оваций. Именитые артисты знают, здесь их любят и всегда ждут. Честно скажу, сколько было здесь концертов, на мой взгляд, это самый масштабный, самый какой-то волнительный лично для меня, но я вижу и знаю, что не только для меня, столько людей, столько артистов, замечательно. Звук, прекрасный свет. Ну, масштаб, конечно, впечатляющий. Но оно того стоит, потому что марафон единства – это наш большой праздник. И я рад, что Бобруйск стал одним из тех городов, которому выпала честь принимать у себя это большое масштабное республиканского значения событие. Скрашивает гала-концерт и трепетное обращение почетных гостей. Немало приятных и важных слов в сочетании с мелодичными композициями напоминают: наш народ сильный, единый, талантливый, гордость за Беларусь, чувства, объединяющие поколения. Несомненно, я присутствовала в городе Минске при открытии, при начале этой акции. Она, конечно, замечательная. Идея прекрасная.
Но это не значит, что мы должны зацикливаться и каждый год проводить нечто такое же. Я думаю, нужно проводить новое. Самое главное, чтобы оно было, чтобы власть, люди, средства массовой информации, чтобы мы общались. Группа «Аура», арт-группа «Белорусы», Алена Ланская, Руслан Олехно, Виталий Гордей, самобытные творческие коллективы Могилевской, Гродненской и Минской областей и многие-многие другие, плюс огромная команда организаторов. Каждый приложил максимум усилий, чтобы музыкальный праздник точно запомнился надолго. Концерт очень понравился, достойно. Хорошая музыка, хорошие артисты. Такие мероприятия нужно проводить почаще, конечно. Это очень сближает и народ, и вообще в целом очень хорошо влияет на людей. Идея, которая сплотила не только горожан, но и весь народ республики. Очень приятно было побывать на таком значимом мероприятии. Получили колоссальное удовольствие, море положительных эмоций. И, ну, одним словом, остались под большим впечатлением от того, что увидели, услышали, зарядились атмосферой. Ощущения, просто впечатления превосходные. Мне очень понравилось. Это было ярко, красиво. Это такое зрелище. На таких масштабных концертах я еще не бывала. Это самый замечательный концерт, на котором я была. Море эмоций, впечатлений, незабываемый концерт. Замечательное выступление артистов. Настолько все аплодировали, хлопали. Все под таким восторгом. Громкий и потрясающий марафон «Единство» в Бобруйске завершается дискотекой под открытым небом. В колонках знаменитые отечественные хиты и любимые песни. А пока веселье продолжается, белорусский народный проект отправляется в Могилев. После эстафету примут Витебск и Орша. От города к городу новая увлекательная программа, которая точно оставит след в сердцах зрителей и гостей. Главный посыл, которым пропитана каждая минута: пока мы едины, мы непобедимы. Елизавета Липиева, Юлия Вернер, Станислав Чечерин, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов, Павел Зуев. Итоги недели.